Уважаемые телезрители, мы вновь в Канаде, где проходит второй этап гран-при по фигурному катанию. И сейчас мы с вами посмотрим выступление мужчин в короткой программе, мужчин-одиночников. Но перед этим мы покажем вам еще один отрывок из интервью Евгения Плющенко, у которого это интервью телеканал Евроспорт взял в эксклюзивном формате в Санкт-Петербурге. Будет ли выступать Евгений Плющенко в этом сезоне, мы пока еще не знаем. Будет ли выступать на серьезном уровне. Но на этот раз журналисты Евроспорта решили спросить его уже о будущем. Что после завершения карьеры? Какие его планы? Где он собирается работать? Не знаю, может быть, однажды я стану тренировать. Пока я об этом не думаю. Я катаюсь с потрясающими напарниками, с молодыми ребятами, иногда им помогаю. Когда я вижу, что они немного ошибаются в технике, я даю комментарии и вношу коррективы. Пока что мы планируем выступление. И после этого я поеду по туру в России, Японии, Китае, Корее, может быть, США и, конечно, в Европе. Около 40 шоу. Я буду очень занят. А вот, может быть, через 5-10 лет я и стану тренером. Посмотрим. Veuillez accueillir le prochain patineur représentant le Japon. Послушали мастера, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и переходим к короткой программе у мужчин здесь на Гран-при. На этапе Гран-при Skate Canada.